Дорогие россияне, дорогие друзья, я, конечно же, не Владимир Владимирович, но говорить я умею. Хочется поздравить вас всех с наступающим 2014 годом. Он уже совсем близко, а значит, пора подводить итоги. 2013 год получился очень насыщен. Он насыщен был в плане всего. Было и хорошее, было и плохое, но все плохое предлагаю оставить к году 2013, все хорошее забрать в год 2014. В середине января была основана группа «Гулян Балаев», которая является единственным сообществом, посвященным гимназии «Металитет». Мы прошли все, и огонь, и воду. Вот осталось очень много воспоминаний разных. Но одно я могу сказать точно, «Гулянба» — это бренд, так просто не получится уйти. А надо ли уходить? Не знаю. Я думаю, нет. Во всяком случае, пока. Жизнь гимназии в этом году кипела как никогда. Все это связано, естественно, с 20-летним юбилеем менталитета. Многое у нас поменялось. Но не все, что поменялось, пришлось по душе. Но, как я всегда говорю, время покажет. Роль гимназии для меня с каждым годом становится все глубже и значимее. А, наверное, я даже сам до конца не понимаю, какую роль несет в моей жизни гимназия. Я уже в 9 классе, время бежит неумолимо. И уже совсем скоро мне придется расстаться со школой. Но давайте не будем плохом. Я все больше понимаю то, что нужно смаковать каждую минуту, каждый час, каждый день, проведенный в стенах нашей любимой гимназии. Ведь все это время уже не вернуть. Для России в целом год получился, конечно же, тяжелейшим, что тут говорить. Но если все вместе обсуждать ключевые вопросы и принимать важные решения, то все получится. Но вот что-то не очень-то все получается, если честно. Для меня 2013 год стал каким-то переходным. Я очень сильно поменялся. Мысли по-другому, интересы изменились, да и круг общения уже не тот. Все идет к лучшему, мне всегда идет так, как хочется. И это, я думаю, нормально. Дорогие друзья, Новый год – это семейный праздник. Я очень надеюсь, что вы проведете его в компании самых дорогих и близких вам людей. Это главное. Как Новый год проведешь, такой он и получится. Я уже в этом убедился. Друзья, с Новым годом, с новым счастьем. Пусть все ваши мечты и желания исполнятся. Ура!